В Украине запланировано обновление научно-исследовательского флота, в ближайшие 3 месяца к этому будут привлечены специалисты. Также будут привлечены органы госвласти и международные эксперты, говорится в указе, подписанном 3 декабря президентом Владимиром Зеленским. На сайте президента сообщается, что указ сделан с целью утверждения устойчивого развития Украины как современного морского государства. Также для обеспечения национальных интересов в сфере морской деятельности, восстановления конкурентоспособности отечественного морехозяйственного комплекса, развития морских научных исследований и научно-исследовательского флота. В документе выделены следующие шаги по развитию научного флота, развитие морских научных исследований, участие в полярных экспедициях, пересмотр программы исследований в Антарктиде на 2011-2023 годы, анализ деятельности и научных учреждений в области морских исследований, в 2022-2023 годах восстановление и строительство зданий для размещения лабораторий, инвентаризация государственных судов, строительство причалов для научно-исследовательского флота, в 2022-2030 годах строительство судов на украинских предприятиях, повышение зарплаты и соцстандартов для моряков, пересмотр зарплаты ученых-полярников, привлечение молодых специалистов, студентов к проведению морских научных исследований, финансирование экологического мониторинга состояния омывающих Украину морей с использованием судна «Борис Александров». Ввод в эксплуатацию научно-исследовательского судна «Владимир Паршин». Каков будет бюджет у этой программы, не уточняется. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.